решили закопать наследие вот такие евроценты. Возможно, кто-то откопает, кому-то будет приятно, и такой вот аксессуарчик еще. Бивень мамонта. Вот целая баночка. Так что, ребята, ищите. Кто ищет, тот найдет. Да, вон засыпаю только. Все, ищите, парни, где-то здесь. Через лет 300. Да, если банка не сгниет. В общем, монетка выскочила такая вот. Не знаю, еще не смотрел. Вот, прямо вот здесь лежала, вот копнул. Это пятачок. 5 копеек. Ранние советы 46-го года. Ну, в таком неплохом, в принципе, сохране. Всегда приятно найти. Вот именно вот это вот золото партия. Не знаю, мне приятно. Кому тоже, палец вверх ставим. Ладно, поехали дальше искать. В общем, ребята, еще один сигнал такой неплохой. Сейчас попробую выкопать онлайн, как говорится. Но обычно какая-нибудь ерунда вылазит. Так, и куда ты делся? Что-то вообще весь все пропало. Здесь что-то звонит. Сейчас посмотрим пином. В общем, вот такая вот пуговичка выскочила. Ну, ничего такого, в принципе, сверхъестественного. Ну, сохран такой неплохой. Первый раз нахожу, кстати. Ну, чтобы именно в таком вот хроме она была. Ладно, копаем дальше. Долго я ее копал в этом. Все-таки нашел. Подкова. Так и гильзы тоже попадают. Вот такая вот подкова. Ладно, ищем дальше, закапываем ямку. Идем дальше. Был еще, ребята, один сигнал такой неплохой. Еще даже не смотрел. Вот вижу, выпала монеточка, вот лежит. Вот она. А что за она, не смотрел. Рамочник. 20 копеек. 45-го года. Ну, такой уже уставший. Ну, все равно приятно, монетка как-никак. Ладно, ищем дальше. В общем, еще один неплохой сигнал. Вроде со всех сторон такой стабильный. Сейчас попробуем выкопать вместе с вами. Земля вообще не копается. Как камень. Еще не докопали. Дождя не было. Все полностью. Все высохло полностью. Ну, что-то выкопали, только еще пока неизвестно что. Как обычно. Дархимы, которые эти. От вина. А сигнальчик неплохой был.
общем, был сигнальчик еще один. Где-то тут комок такой откинул, сигналил. Вот этот. Вот, наверное, монетка лежит. Вот такая вот монеточка. Была еще одна монетка, в общем. Не знаю, плохо видно, наверное. 10 фенингов получается, 1900 год. Вот такая вся уже зеленая. Ну еще, в принципе, читается. В общем, ладно, ходим дальше, ищем. Монетки попадаются, в принципе, можно ходить. Искал, получается, там, и смотрю, вот лежит монетка. А искал как бы с той стороны. Не знаю, не смотрел еще, что за она. Что-то старенькое. Угу. Но это уже царизм. Николай II. Ну, такая затертая. Вот, одна вторая копейки. Ну. В общем, получается, перешли на такое вот поле. Пробежались по-быстрому, вообще ничего нету там. Нашли кусок железа какого-то, в общем, такое бесполезное. Как бы вещи никто их не понесет. Вот. Сейчас перейдем еще там, посмотрим, как бы. Местечко одно есть. Если ничем не засажено, ничего не посеяно, походим там. А здесь, наверное, гречка была, получается. Уже убрали. Но по находкам здесь ничего нет. Зашли в лес, получается, тут такое, через него. Сейчас пройдем туда по дороге. Тут узкоколейка когда-то была. Там поле. Попробуем там походить. Тут, наверное, бесполезно. Вот такое вот. Насыпь такая. Когда-то здесь кипела жизнь. Ладно, мы идем дальше. Решили пройтись по такой дороге в лесу старой там. Основная так идет наезженная. Здесь как бы видно, что была дорога когда-то. Нашли вот такую лежечку животных. Не знаю, следы лосиные, наверное. Ну, кабаны от жары спасались здесь точно. Пока ходим, ничего интересного нету. Идем обратно, где были. То поле, которое шли, ничего интересного вообще. Много мусора. Ничего интересного. Идем обратно, где копали. Парник там копается что-то. У меня сейчас сигнальчик был. Где-то вот. В этом районе такой неплохой. Где-то здесь. А вот. И вот такая вот маленькая монетка. Ну, это 1/2 копейки, скорее всего. Да, 1/2 копейки, 1912 год. Земля такая вообще очень сложная. Невозможно просто копать. Уже все руки позбивали. Еще был сигнальчик нормальный. Такое колечко выпало. Вон, видишь? Рыжуха. Ну да, медная, да, медная рыжуха. Платина. С патиной. Объявляю вас мужем и женой. Ну да, когда-то было такое дело. Без надписи. Не знаю, непонятно, надо чистить. И в России не полоцкой.
Да. Тут срало. Такое вот кольцо. Получается такое колечко, не знаю, обручальное или какое-то это. Ну не знаю, в общем. Какой-то как крестик, гравировочка такая. Вот такое вот кольцо. Ну, приятная находка. Денис там копает. Ветер ужасный. Невозможно. Возможно, ничего и слышно не будет нормально. В общем, ходим, еще походим немного и все, и будем собираться. Уже замерзли. Дождь какой-то начинается. Ну, находки как бы есть, но уже и так целый день практически проходили. В общем, ребята, по находкам сегодня так. 5 копеек 46 года. Две николаевских. Одна вторая копейки. Одна 1912, одна 1897. Такие вот. Вот такие пуговицы. Это я не знаю чего. Деревянная здесь ручка была вставлена, наверное. Это тоже непонятно, надо чистить. Получается 10 фенингов. Вот две штуки. Вот таких. Рамочник 1,45 года, 20 копеек. Пуговица с ушком. Вот такая вот корона. Неплохо видно, но... А, вот один злотый, не показывал. В таком хорошем сохране. 29 года. Красивая монета. Ну и перстенек такой. Здесь как такая гравировочка, как крестик какой-то. Не знаю, вот как-то так. В общем, проходил целый день, но это мои находки, как бы вот. Не знаю, много-мало, но я считаю, что неплохо. В общем, ладно, всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи. Всех обнял. Всем пока.